говорит Цитадель. Информация о цели загружена в вашу тактическую карту. Проследуйте к заданной точке и ожидайте приказа из Пентагона. Я вижу, что вы заняли безопасную от радаров высоту. Начинайте заход немедленно. Слишком высоко, снижайтесь сейчас же. Сегодня ООН собралась на внеочередном заседании в своей временной штаб-квартире в Цюрихе. На повестке дня вопрос об аннулировании Рейкьявикских соглашений. Соглашения, ратифицированные в начале 2012 года, провозгласили эру частных военных компаний, достигшей своего пика во время Южноамериканской войны этого года и закончившей кульминацией в короткой, но разрушительной войне между Artemis Global Security и США. Конфликт, длившийся менее 72 часов и приведший к 40 тысячам погибших по всей стране, был единственной операцией иностранных сил, проведенной на территории США за всю историю страны. Выступая в штабе ООН, президент Салливан заявил, что эра беззаконных космополитических наемников должна завершиться. С отменой соглашений ныне существующие ЧВК будут вынуждены разоружить свои войска, в дальнейшем принимая лишь контракты на минимальную поддержку и снабжение, как это было на рубеже веков, или же полностью свернуть бизнес. После конфликта с Соединенными Штатами Artemis Global Security фактически прекратила свое существование. Продолжается международный розыск исполнительного директора Artemis Эдриана де Винтера, а также других членов исполнительного совета ЧВК, которые исчезли сразу же после инцидента в Лос-Анджелесе. Представители Интерпола настаивают на том, что беглецы будут пойманы и преданы суду. Но из-за международных положений, записанных в Рейкьявикских соглашениях, эксперты опасаются, что де Винтер и его коллеги не понесут заслуженное наказание. Хорошо, вы уже почти на месте. Разваливается на части. Цель уничтожена. Цель захвачена ракетой. Есть попадание. Наземная цель уничтожена. Ракета в небе. Наземная цель поражена. Попадание. Вот это фейерверк. Состояние самолета критическое. Отличный выстрел. Как держать тень?
готовности. Задание выполнено, Креншоу. Пора возвращаться домой.